праздников глава городского округа провел традиционный новогодний прием, где подвел итоги. Несмотря на сложный 2021 год, Химкинский городской округ продолжает уверенно держаться в лидерах среди муниципалитетов Подмосковья. Открываются школы, детские сады, поликлиники. Мы все понимаем, что один в поле не воин, и без команды, без поддержки, без тех, кто прикрывает спину, невозможно добиться никаких результатов в принципе. Не говоря уже о тех результатах, которые городской округ Химки получил и на том месте, в котором он находится сегодня. Высокие показатели труда продолжают удерживать и промышленные предприятия городского округа. Так, в этом году званием почетного жителя Московской области глава округа наградил директора МКБ «Искра» Владимира Сорокина. То взаимодействие с администрацией городского округа, которое у нас сегодня сложилось, позволяет нам производить такую продукцию, которой нет равной в мире. Это и твердотопливные двигатели, которые ставятся на всех ракетах класса воздух-воздух-воздух-поверхность и на других ракетах. Это космическая очень большая программа, система аварийного спасения космонавтов. Это все делается и изготавливается именно здесь, у нас, в городском округе Химки. На подъеме и сфера бизнеса. Химки традиционно остаются лидерами по количеству налоговых резидентов. В этом году мы провели первый форум предпринимателей «Химчан». Все участники очень позитивно об этом отозвались, и мы планируем в следующем году продолжить эту практику и, естественно, сохранить лидерские позиции. По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, на этом округ не остановится. Уже сейчас на следующий год намечены большие планы. В этом году мы заложили хорошую основу. Утвержден бюджет, он сохранил свою социальную направленность. И очень много масштабных проектов, которые мы планируем запустить и реализовать в будущем году. В торжественной обстановке глава Дмитрий Волошин наградил победителей в номинации «Лучшее новогоднее оформление». Среди отмеченных – учебные, медицинские, социальные учреждения и даже многоквартирные дома. Подарком для гостей торжества стал праздничный концерт. Со своими хитами для зрителей выступил Александр Асташонок и солист популярной рок-группы «Ронда» Александр Иванов.